Давайте к другим темам сейчас перейдем. Актер Валерий Николаев должен заплатить штраф 150 тысяч рублей. За что, спросите вы, ведь очень много было новостей с ним связанных. За то, что наехал на сотрудника ГИБДД. Я вам напомню, 25 февраля Николаев отказался предъявить документы правоохранителям. На Субару выехал на тротуар и повредил несколько автомобилей. Пытался скрыться, и вот как раз тогда-то и совершил наезд на инспектора. Тот получил множественные ушибы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в Пресненском суде Москвы. Сообщили, что обвиняемый просил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств, ну, потому что он полностью согласен с обвинением. Пересмотрев все свои действия и еще раз взглянув на все эти события со стороны, стало ясно, что работники, сотрудники правоохранительных органов действовали абсолютно в рамках закона, безупречно, профессионально, и только мои действия были абсолютно неадекватными.